Привет, друзья! Привет! С вами Лилия Донскова! И Булатов Михаил! И сегодня 22-й день видеомарафона, и тема дня 10 заповедей. И мы сейчас находимся на фестивале красоты Орифлейм в городе Саратове. На улице 21 градус, но мы все равно здесь. И как вы видите, огромное количество людей здесь. И... здесь так круто! И первая заповедь, которой мы руководствуемся в этой жизни. Да, будь на 100% там, где ты есть, выкладывайся на всю. И мы выкладываемся, отрываемся, отдыхаем и наслаждаемся праздником. Двигаемся дальше. И заповедь номер 2. Все, что делается, все к лучшему. И номер 3. Во всем всегда ищи позитив. Ура! И заповедь 4. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. И заповедь номер 5. Никого не осуждай. И 6-я заповедь. Будь верен своему слову. Не разделяй слово и дело. 7-я заповедь. Трать деньги с умом, живи по доходу. И заповедь номер 8. Твори добро, и оно к тебе вернется. Обязательно. Заповедь номер 9. Семья превыше всего. Заповедь номер 10. Будь в потоке, кайфуй и слушай свою интуицию. Вот такие вот у нас 10 заповедей, которыми мы руководствуемся в своей жизни, деятельности, работе и, самое главное, в семье. Спасибо большое за внимание. Рады будем услышать о ваших заповедях. И до скорых встреч. Пока-пока.